Здорово, чуваки, с вами Джеймс и Маркус Фрост. Всем привет. Это сервак... Ну, давай я говорю. Это сервер California Roleplay, уже 101 серия, и мою основу не разбанили, и мы с Маркусом начнем путь заново, как бы. Вот, у меня скин туриста, у Маркуса байкера, так что мы отправляемся... Куда мы едем сейчас, кстати? В гетто давай, квартиром. Ты будешь в гетто квартиру покупать? Ну да. Отлично, мы отправляемся за квартирами. У Маркуса есть, по-моему, байк, да? Да. Слушай, поехали дом поищем. Мне, по-моему, 1020 точно есть. Ну, поехали, поищем. Так, включим чат. Ну и мы вернемся, когда уже найдем дом. Вот, я нашел. В Криспе Балласов едь. Да вот он, где? Вон. А вон, вижу. Поехали, сейчас найдем. О, ты его, походу, кто-то купил уже, блядь, что-то. Не-не-не-не-не, у них точно не покупил. Там никого и нету. А, вот. Только он, походу, стоит много. Где ты есть? Вот он я. Да не, он 1016 будет. 18 500. О, хватает. Отойди. Бойхаус пропишем. Так, ну вот, все, пацаны, Маркус... Открывай двери, купил себе домик. Сейчас посмотрим, что тут да как. Давай, бля, впускай меня. Подожди, а как открыть? Все, я внутри. А. В принципе, такая нормальная хата у нас. Ты меня поселишь, да, сейчас? Ну да. И потом будем тут ремонт делать. Так, теперь exit. Exit. Да, где моя мотоцикл? Вот она. О, желтый байк. Поехали в мэрию, пропишешь меня? Кстати, здесь убрали пушки, кольт и УЗИ. Зачем? А, на них скиллы качанные. Я не знаю. На них же вкачанные скиллы всегда. Поехали в мэрию, да? О, бомж бежит. Зазнавшийся жирный. А, он уже не жирный. Пауль Харрис, это бывший админ. А он и есть админ. А, ну значит, он админ. Главный админ. Как это главный? Ну так. Нифига себе. Вася, по-моему, ушел. Рикардо тоже ушел. Или, по-моему, или зам главного, или главного. Ничего себе. Времена идут, Калифорния меняется. А, мне, кстати, надо получить паспорт. Пойдем. На подушке, да. Ах ты ж бомж. Надо продлить паспорт мне. Или получить, кстати, его даже, я не знаю. И вот так. Паспортный стол, получить, продлить. Да, за 1000. Все, я забрал паспорт свой. Вот это сам божественный маппинг. Ну да, он прикольный. Давай, прописывай меня. У меня 140-й ид. Домовладение, прописать. Да. Ты в какой-то фракции есть? Не, я бомж. Поехали в университет вступим. Да ну нахер. Все отлично, я тоже продлил паспорт. Паспорт. Давай, садись. И поедем сейчас домой. У меня, кстати, вроде бы машина была. Какая-то. Кстати, можно, возможно, у меня есть наркотики, я же в русской мафии был когда-то. Может быть, наварить. Слушай, там у меня здесь аккаунт же тоже был. В смысле, второй? Кстати, меня в РМ приглашают. Ну, пойдем в РМ, у меня как раз русский. Теперь заходи. Какой же, подожди. Так, ну все, сейчас я перезайду тогда и посмотрим, есть ли у меня тачка или нет. Так, в общем, пацаны, я перезашел, надо сейчас себя немного приукрасить, так, отмена, очечки. О, кактус! Кактус! У тебя кактус есть? У меня все есть, по 40 штук. На столе растет кактус. Эй, ты испортил наш пикник! Все, отлично, вот такой вот я турист в Панаме, только у меня немного торчит голова из шляпы, но это да ладно. Так, все, я сейчас вернусь, пойду посмотрю, есть ли машина моя, exit. Нету машины. Нету. Есть,
Знаешь, что у меня за машина? Подожди, даже не говори, я хочу посмотреть сам. Ну ничего себе ты, блатата. Клевая тачка, кстати. Опасный парень, ёпта. Да, сука. Давай, ты там что-то строй пока в доме, а я поеду кружок вокруг дома, вокруг квартала сделаю. Блин, ну это клево. Это клево. Ой-ой, я ее уже поломал. Не успел отъехать, уже сломал. Черный. Все, отлично. Сейчас... Подожди, прикинь, плазменный телевизор 28 штук. Нормально. Сейф 30 штук, туалет 30 штук, блин. Блин, ну у меня офигенная машина. О! У меня, по-моему, еще были подарки. А, подарки уже убрали. Все. Да все. Что за подарки? С Нового года еще. А, так у меня тоже были. В общем, вот, я мотнул так кружочек вокруг райончика. Паркуем сейчас машину. Ой. Это я не могу вот так вот, ну, нормально, чтобы все было. Мне надо все это поломать везде. Так вот. Короче, все, заходим в дом, посмотрим, что ты тут настроил. Что это за листья на столе, блядь? Ты будешь салатик делать? Кактус. Кактус. Так сейчас сяду, проткну себе глаз и все. И забирай свой кактус. Задницу проткнешь. А дерево-то ты зачем поставил? Я на же джунгли. Да, давай, мы ж типа вот, смотри, я буду охотником. Так, сейчас. За привидение. Оружие. Железный цветок. Охренеть цветочек, блин. Так, оружие есть у меня? Да, у меня есть. Кошок. Внутри на это. Все, смотри, мы охотники, есть оружие? Ёпта, да, по-моему, подожди. Да, мне диглс есть, Стеон. У меня есть, о, ну, а у меня чуть-чуть. Прикинь, у меня еще УЗИ осталось. Все, отлично, а ну-ка, может, у меня есть какие-то тоже объекты, сейчас построим что-то. А, может, наркотики есть? Наркотики. О, у меня семена марихуаны 992. Ну, семена коки 500. Косяков, листьев. Так, отмена. А, так, походные вещи, аптечка, оружие. Естественно, другое. Клюшка, фотоаппарат, отмена. Да, в принципе, я довольно-таки... Как сказать, рюкзак у меня полный для того, чтобы отправляться там куда-то жить в лес или еще что-то. Смотри, у меня какой-то баг, я не вижу свой третий скин. Ух ты, ёпта. А, я понял, это был... Зачем ты ванну? Давай, наводи порядок, убирай это все, потом расставим все и будем... клевыми пацанами. Вот как из лесных жителей мы так сейчас в городских пацанов превратимся. Так, надо заново одеть очки и все. Куда ванну я-то уберу? А, ну ладно, это я. Сюрприз. Оп, и нету ванны больше. Все, смотри какой, вот, все. Вот в роли такого персонажа я теперь буду играть на Калифорнии, вот так вот. Только без пистолета. Самобеспалимость, ёпта. И ты такой бородатый, сука, джигурда. Так, ну давай, Дань, уберем. В следующей серии будет у нас ремонт дома. Будем ремонтировать его. Ну, ставить все, расставлять. В общем, как-то так. Нормально. Чё, поехали прокатимся где-то, что-то порассказываем, и на этом можно будет закончить. Чё, ребятки, в общем, если эта серия наберет много лайков, чтобы я знал, что мне продолжать как бы снимать на Калифорнии заново, как бы, 101 серия это от сотки, как вот, я не знаю, как это сказать правильно. Ну, новое начало, в общем. Ну да, начать жизнь с чистого листа, как бы. Если много лайков наберется, то будут еще серии по Калифорнии.
Ну, я думаю, на этом можно закончить, да? Ну да, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите комментарии свои. Да, и, ну, кстати, еще не забудьте вступить в мою группу, ссылка в описании, в общем, вся информация контактная в описании, блять, я кривой водитель. И если у вас есть какие-то вопросы, я создам рубрику «Вопросы», и там, если наберется какое-то количество просмотров, выйдет видео, где я буду отвечать на них, возможно, если там вопросы будут к Маркусу, то Маркус тоже будет отвечать, да? Ну, конечно же. Ну, в общем, ребятки, на этом все. С вами был Джеймс и Маркус Фрост. Adios, amigos. Неужели ты это сказал?